машине ничего не пахнет, да? Ну,
заходить. Да, будет, наверное, вон, попасть будет, наверное. Я думал, на личном виде, нет. Ну, просто походить, а что там, все равно интересно. Конечно. Колесо обозрения здесь погодить. О, давай! Да не сейчас, дочь. Погода, когда будет, тогда это сейчас. Я в кабине же, не холодно. Ну какая разница, все мне интересно, дочь живет, он мне через окно ничего не видит. России, еще входившие в состав СССР. Ну а спустя год в этот день были изобретены исправные.
там по всей стране. В Москве главным событием сегодня станет вечерний концерт. Законопроект, ужесточающий ограничительные меры, как заявил сенатор республиканец Линдси Грэм, этот документ накажет Россию за вмешательство в выборы. Он также обвинил Москву в поставках убийства американских солдат в Афганистане и сговор с Башаром Асадом. Грэм уверен, что президент США Дональд Трамп случай одобрения законопроекта в Конгрессе. Видишь, основа демократии – честные выборы. А если нарушается принцип честности выбора, значит нет демократии. Они же поборники. Тогда кто сказал, что когда Трамп Россию выбрал? Человек еще 34 доставлен в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Как сообщается, автобус перевозил паломников в Читу и силовой блок. Самовар-фест пройдет сегодня в московском саду «Эрмитаж». Пусть этого праздника смогут отведать кухни разных национальностей, насладиться выступлениями творческих коллективов. Ну не скажи, там Жириновский аж банкет закрутил. Завтра России СНГ. Главная цель – рассказать о традициях ИВНЭ 190 тысяч долларов. В этой обуви спортсмен стал чемпионом Олимпиады 84 года. Тогда на турнире баскетболист был признан лучшим игроком, а в финале против команды Испании сработал для сборной США 20 очков. Добавлю, что 4 года назад другая пара обуви от Шурмана также ушла с полотказа рекордную сумму. Однако тогда аукционному дому удалось выручить за кроссовки всего 104 тысячи долларов. Концовый выпуск по курсу валюты обогнан сегодня. Доллар 57 рублей ровно, евро 63 рубля 79 копеек. По данным метеогру, в Москве сейчас плюс 18 градусов, сегодня днем местами небольшие дожди, тоже плюс 26 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Далее наиболее трансфер по еще стороне. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito.